Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 7-го каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новинки, составим план покупок. Итак, поехали. Сразу на обложке стартует у нас новая тушь, уже обзор на нее был, могу сказать, я под большим впечатлением. Это прямо сейчас моя любимица, мне очень нравится. Для тех, кому не хватает объема, может не понравиться. Вот исключительно для тех, кому совсем, прям у кого совсем редкие реснички, может не понравиться, потому что объема здесь ждать не надо. Но здесь действительно крутое удлинение, она действительно смывается теплой водой, 38+ градусов, она действительно... круто удлиняет, фиксирует и даже подгибает реснички, то есть их можно подогнуть, зафиксировать. Она достаточно быстро застывает, она позволяет наслаиваться. За 179 рублей прям берите, 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 я обязательно возьму еще в запас. Так, едем дальше. Но подробный обзор есть, можете посмотреть в предыдущем ролике. Мисс Кёрл я не стала брать коричневую тушь, хотя очень ее любила, многие ждали синюю, потому что после перевыпуска брала черную, и мне мало, она у меня так и не раскрасилась, очень узкая, что ли, заглушка, она выдает мало туши, и как-то вот нет, хотя это была одна из моих любимых тушей, но она и до сих пор очень хорошая, очень здоровская, но вот как-то что-то, то ли гель густова, то ли мало выдает продукта, поэтому мне не очень нравится. По поводу лаков, я пока вот с нюдом так лак Faberlic не попробовала, с наклейками в следующий раз, ноготочки немножко отрастут, обязательно будет дизайн с лаками Faberlic и с наклейками Faberlic. Так, у нас с вами... купоны. Купоны у нас в электронном виде. Рассказываю подробно, как мы их будем применять. Мы набираем, как обычно, то, что нам нужно, или вообще заходим в пустую корзину, нажимаем «Продолжить», попадаем на второй шаг оформления заказа, где находятся все акции консультанта. Там же у нас будет раздел «Купоны», «Весенние скидки». Мы заходим в раздел «Купоны» и в каждой категории смотрим, выбираем, что нам нужно. Обязательно нажимаем кнопку «Применить» и товар попадает в корзину, потом обязательно все проверяем. 50% от черной цены. Был вопрос, как пользоваться купонами. 50% от черной цены. Смотрите, кстати, вот ароматерапия, сейчас заказ отправляла. Прям вот много чего нужно было, позаканчивалось. Мне кажется, серию «Аромия» выводят, только один был спрей, я взяла его запас в двух вариантах, и масел нету. Я надеюсь, что все-таки будут пополняться, потому что я очень люблю эту серию. А практически ничего нет. Вот смотрите, черная цена у нас с вами на масло, скраб для тела, 400 рублей. Видите, зачеркнутое. Значит, от черной цены 50% – это 200 рублей. И минус ваша скидка консультанта – 20 либо 26%. То есть около 170-180 рублей будет стоить. Нужно смотреть, на что выгодно тратить эти купоны. В последнее время компания по купонам дает полный балл. То есть если мы берем акционный товар из каталога по той же самой цене, балл маленький. Если мы берем по купону, балл большой. Поэтому кто за баллами следит, кто получает выплаты от компании Faberlic, кто работает в компании Faberlic, тому это на самом деле важно. Или просто кто не хочет терять скидку 26%, или кто не хочет, кто делает, выполняет условия VIP-консультанта, то есть участвует в VIP-программе Faberlic Drive, кому необходимо делать 100 баллов, по купонам может быть та же цена, но брать выгоднее в плане того, что будет выше балл. Да? То есть мы наберем такое же количество баллов, но потратим меньше денег. Вот в чем суть. Очень много ароматов «Малышка» по приятной цене, 349 рублей. Прям есть к чему присмотреться и на лето, и так далее, вообще потестировать аромат за такую цену прелестную. У нас уже в каталоге серия «Лето». Я обязательно чуть позже возьму для тела, для лица мне здесь не подходит ничего, все блестит, жирно, очень вообще просто нереально. Вот на что бывают редко скидки. То есть, что крайне редко или вообще не бывает в каталоге со скидкой 50%, тоже можно брать по купону. Например, ночной крем для лица. Он, кстати, на мой взгляд, самый хороший из этой линейки. Вот ночной крем для лица вполне себе мне импонирует. Остальное не зашло, повторять не буду точно. 1800 рублей черная цена. Делим пополам, 900 рублей. Минус скидка консультанта. Порядка 800 рублей выйдет ночной крем, если его взять по купону. То есть, видите, разница достаточно ощутимая. Вот на такие продукты купоны выгодно тратить. То же самое с линейкой One Week Miracle. 2000 маска для лица, шеи, декольте. Делим пополам 1000. Минус скидка консультанта. 800 с чем-то рублей выйдет маска.
На что редко бывает? Редко бывает, кстати, на патчи. Патчи у нас за сколько выйдут? 1700. Это 850 рублей. 700 рублей где-то патчи выйдут по купону. То есть тоже достаточно выгодно. Вот на такие продукты можно присмотреться, можно брать. Даже расслабляющий мист для сна, который у меня очень любит дочь, да, 400 рублей, пополам будет 200, за 170 рублей я его смогу взять. Линейка Global Oxygen, на нее тоже редко бывают скидки, можно присмотреться. В общем, то, что давно хотелось, но душила жаба, на то и внимание обращаем. Про уход летний мы с вами разговаривали, я уже рекомендовала вам, у кого жирная кожа, присмотреться к линейке Global Oxygen, не Global Oxygen, а просто Axiology, господи, дневной крем для лица матирующий. Вот, у нас именно матирующих продуктов Faberlic мало. Все кремы очень хорошие, не утяжеляющие, но вот именно матирующих мало. Вот этот продукт относится именно к матирующим, поэтому у кого прям жирная совсем кожа, присмотритесь. Ну и пудра последняя новая, тоже коллаген, она вообще весь день, на весь день матирует, очень шикарный продукт. Просто очень шикарный. Вот, кстати, новый шампунь, до которого мы сейчас доберемся, пахнет как вот эта вот серия. Не вот эта вот серия, как вот эта серия гиалуронка. Вот запах прям один в один. Кстати, Green Karma тоже на теплое время года очень хорошо. И Омега Хит не утяжеляет. Прекрасный, просто прекрасный гель-трансформер для лица. Он и так со скидкой 55%, да, 399 рублей, 300 рублей со скидкой консультанта. Вот прям на теплое время года вообще изумительно. Он тает на лице, превращается как будто в такой вот тоник, но увлажняет в то же время замечательно, потому что уход кожи все-таки нужен в любое время года. NFOW, потрясающая линейка для жирной кожи. Мне безумно нравится лосьон от черных точек 4 в одном. Он прям вот на лето, если есть высыпание, он их подсушивает. Вообще немножечко так подсушивает, но не пересушивает, вот в хорошем прям смысле слова освежает. Умывашка, маска очищающая. Прям мне нравится, как умывашку ее летом использовать. Тоже очень-очень круто. Корректор, вот эти штучки вообще рабочие мини-патчи. На прыщик наклеил, с утра их уже практически нет. Полоски для носа у меня, кстати, лежат еще в запасе. Так, дальше. Это уже у нас с вами такая тяжелая артиллерия. Вот из линейки Эксперт зеленой полосочкой. Вот это вот Сиба Баланс серия тоже на лето хорошо зайдет. На нее не очень часто бывают скидки. Вот смотрите, роллинг гель для очищения пор будет по скидке. А крем для сужения пор и маска для глубокого очищения не бывают редко. Можно взять, получится достаточно выгодно на лето себе собрать такой классный уход по купонам. Так, едем дальше. Вот она, кстати, пудра. Я вам про нее прям подробно рассказывала. Я осталась в диком восторге, хотя я отношусь к тем людям, которые пудрой практически, в принципе, не пользуются. Поэтому рекомендую присмотреться. Смотрите, по купону она будет 1200 разделить пополам. Это 600 минус скидка консультанта, 500 рублей. 500 рублей тоже достаточно выгодно брать по купону декоративку. А консилер для лица из этой же линейки великолепный, потрясающий. 350-280 рублей где-то будет по купону. Тоже шикарненько. Тени у нас с вами и так, они не сильно дорогие. Кушончики по купону у нас с вами будут около тысячи. Около тысячи кушона будут по купону. Кушоны – это моя любовь, это лучшие тональные средства для меня. А не только Faberlic, а вообще в этом мире, который я пробовала, которые существуют и так далее. 45 на жидкую матовую по купону будет немножко подешевле. Если хочется взять, то, конечно, можно выйти чуть-чуть подешевле. На эту и так 50, на все почти 50%. Я хочу палетку взять, сейчас мы до нее дойдем, потому что у меня кончилась моя любимая палетка, если она есть в каталоге, для скульптурирования. Вот, запеченные тени для век тоже за 500 с чем-то рублей по купону выйдут. И у меня там закончился именно скульптор. Именно скульптор, и вот я хочу обновить. Палетку пока не вижу. Тональные всякие средства, которые достаточно дорогие. Вот она. Она 1000 рублей. Разделить пополам 500. За 400 рублей ее можно взять по купону. Именно вот этот оттенок, который называется «Золотое сияние», 6334 артикул. Потому что в другом варианте там оттенки мне совершенно не нравятся. Особенно румяна. Они какой-то тусклый, очень грустный, унылый вид придают лицу. Кисти по желтым ценникам вообще великолепно. Парфюмерия. Если вы поклонники парфюмерии Faberlic, то тоже стоит присмотреться, да, пустим. Портужур редко бывает, крайне редко со скидкой. Парфюмерная вода 2300 пополам, 1150, за 1000 можно взять. А духи 3000 за 2700 где-то можно взять, за 2600 даже, наверное. То есть те парфюмы, на которые редко бывает скидка, здесь и так 50, здесь и так 50. Тут тоже 50, и здесь 50. На все 50, да.
Смотрите, абсолютно на всю парфюмерию у нас практически 50, где-то вот 45. Арванту я пролистну вообще, хотя я знаю, у нее появились поклонники, но нет-нет, у меня прям до сих пор на нее тошнотворный рефлекс. Товаро 45, Форест 50 тоже, Восточные у нас с вами 40% можно взять, но они и так достаточно бюджетные. 45 за набор, а так по отдельности, если вот этот парфюм. Ланселот у нас тоже 50, мужская линейка, вообще по желтым ценникам. Поэтому надо смотреть. Я люблю вообще вот этот процесс, когда сидишь, выбираешь, как повыгоднее сделать заказ, что взять и так далее, что нужно, что необходимо. Иногда списочки составляю. Мне прям нравится. Краска тоже будет подешевле немножечко с купоном. Вот у нас, кстати, новинка, шампунь. Два в одном, с гиалуроновой кислотой получается. А, нет, это рост волос. Я вас обманываю, девчонки. Они так похожи по цвету, флакончики. Так, а где у нас с вами новинка? Дальше, наверное. С гиалуронкой. Где с гиалуронкой-то шампунь? Вот он, улучшенная формула. Шампунь плюс бальзам. Мне, кстати, понравился. Я давала уже отзыв. Волосы после него прям мягенькие, хорошенькие. Вот серия Salon Ken, на нее тоже редко бывает скидка. Видите, 40%. Можно взять со скидкой 50, будет на порядок дешевле. Допустим, бальзам 280 рублей где-то выйдет. Ну, вот тут набором тоже неплохая цена. Сыворотки тоже не бюджетные в этой серии, и по купонам тоже брать их выгодно. Blond Icon линейка, которая тоже не бюджетная, очень выгодно брать по купонам. Это у нас все и так все дело с вами бюджетненькое, бюджетненькое. А так надо смотреть. Увлажняющий гель для кожи Комфорт. Я вам, кстати, в обзоре не рассказала, поэтому здесь рассказываю. Новый формат упаковки. Он каким был, прекрасным, таким и остался. Поэтому, девочки, кто горевал, когда он пропал, не горюйте, вот он. Просто новая упаковка. Он такой же великолепный, каким и был раньше. Просто изумительный. Дейзики. Итак, у нас с вами 50%. Еще на что? Вот на линейку Эксперт. Здесь тоже есть достаточно небюджетные продукты, особенно для волос. По купонам очень выгодно. Рекомендую, у кого корни быстро жирнятся. Мне кажется, выявляет шампунь, нет? Активатор густоты, спрей-активатор, да, не вижу этот шампунь, если он на сайте, надо глянуть. Для жирных волос. Вот прям моя любимка, любовь. С ним действительно волосы моешь реже. Надо глянуть на сайте, не вывели ли его. Давно, кстати, не повторяла. Детская линейка, вот я себе как раз сейчас в заказе набрала много-много всего детского, прям вот позаканчивалось, все измылили. Пью, кстати, Block Pain, пью, это противоболевой, противовоспалительный, хотела сказать препарат, БАД, да, от боли в мышцах и костях. Пропиваю сейчас курс, прям все на постоянной основе, заказала себе еще один контейнер для БАДов, вот такой, потому что два мне уже не хватает. А хочется разложить все, ну, чтобы прям вот порционно, на несколько дней, чтобы было удобно. Они маленькие, компактные, мне они все равно нравятся больше, чем нежели вот я до этого покупала на Wildberries. Сейчас пью достаточно большое количество добавок. Так, а у нас с вами Wellness участвует, поэтому можно будет, значит, применить и на БАДы купончики. Надо будет смотреть тоже, что редко бывает по скидкам, то и брать. Любые прокладки со скидкой 40% в прошлом каталоге, кто не запасся, обязательно посмотрите в этом. Вот серия Aromia, как бы, а тут ничего на сайте, по сути, и нет. Всего лишь, так, композиция натуральных масел эфирных. Ничего практически нет. Вот те, которые я люблю, ничего нету. И ароматический спрей, остался только баланс. Все, других нет. У нас на центральном складе, по крайней мере, нету. И нет уже давно. Я по этому поводу прям горюю. Прям горюю. Так, по поводу пасты уже рассказывала, что это моя любовная любовь. В паре с перчаткой очищать поверхности. В паре с перчаткой. Если вы чистили какой-то другой тряпочкой или просто губкой, я не могу вам ручаться за результат. Я показывала в Дзене именно, как я чистила ванну. Перчатка желтая наша, Фаберлик. И паста. Расход минимальный, ванна сверкает. Подоконники, столешницы, стены, всякие поверхности. Вот именно с перчаткой, с желтой. Сейчас, если она будет здесь в каталоге, я вам ее обязательно покажу. Желтые ценники. Где все тряпочки? Вот иногда она бывает в каталоге. Если ее нет в каталоге, значит, она есть на сайте. В любом случае. Кстати, кто не обратил внимания, появился нейтрализатор запахов. Я его заказала, его давно очень не было. По 149 рублей. Зачем он мне нужен, не знаю, но он в целом приятно пахнет.
Надо будет запастись туалетной бумагой. 1 плюс 1 равно 3. Достаточно выгодно выходит. Мне надо, чтобы вот она у меня была. Иногда пригождается, тем более ребенок. Так, перчатка. Нет ее, по-моему, в каталоге. У нас с вами здесь все тряпочки. Тряпочки, кстати, вот желтые ценники. Обязательно возьму вот эти две. Артикул 910-432. Потому что это прям моя любовная любовь для любых поверхностей. Безумно круто впитывают воду. Просто безумно. Надо еще посмотреть. Может быть, возьму антибитум вот этот. Девчонки очень хвалили, что он оттирает не только на машине гудрон, вот следы насекомых, древесная смола, птичий помет, остатки скотча и так далее, но что и дома он прекрасно работает как пятновыводитель. Вот хочется потестить, взять и попробовать на этот момент. Сейчас, кстати, зонты по распродаже идут за 700 с чем-то рублей. Дешевле, чем в каталоге, поэтому кто хотел взять, в личном кабинете на втором шаге оформления, пока еще каталог не кончился, зонтики есть, мы пользуемся с удовольствием. Хотела взять вот эту сумку, нет в продаже, поэтому взяла в другом месте. Для новичков у нас будет потрясающий подарок, набор косметики. Не косметики, а как бы средств для стирки для дома. Здесь пятновыводитель у нас с вами, концентрат, и порошок стиральный тоже концентрат. Шикарный подарок, всегда пригодится. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.